Всем привет, ребят, с вами Слит, и сегодня мы поиграем в игрушку Zombies Royal EO. Здесь вышло новое обновление, обновилась полностью карта, попробуем заценить ее. А перед началом ставь лайк, если любишь EO игры. И вот эти ребята попали сегодня в видео. Если ты тоже хочешь попасть в видео, тебе нужно писать очень много комментариев. У меня, видите, уже 14 уровень и добавилась новая одежда. Это очень круто. То есть мы вместо молота уже надели такой вот меч какой-то самурайский. Или что это такое? Какая-то палка. Давайте зайдем. Так, зашли. И вот мой самурай, видите, такой прикольный. У него какие-то кнопки на голове. Так, и вот у нас, ребята, новая карта. Вау, какая она большая. И здесь все изменено. То есть раньше сверху, помните, был лесочек такой с сундучками. Теперь все совсем по-другому. Куда же нам с вами вылететь? Давайте попробуем вылететь вот сюда вот. Я не знаю, что это за место, какая-то тюрьма, видимо. Либо какой-то завод большой. Так, это у нас какие-то домики. Видимо, здесь какая-то деревня тоже. Вау, как много интересных мест. Везде хочется просто походить. Или давайте вначале в лесок, точно, давайте в лесок вначале вылетим. Мне кажется, в леске есть какая-то прикольная избушка, вот здесь вот, например. Вот, и там у нас очень много всяких предметов должно быть. О, отличненько, у нас появилось оружие. Замечательно, пойдем по тропиночке, как красная шапочка. Надеюсь, мы не встретим злого волка, который нас сожрет. Так, о, мы нашли хорошее оружие, замечательно, фиолетовое. Фиолетовое это очень круто. О, желтая узиха, вау. Так, стоять, стоять, враг пришел. Врага мы просто убиваем. Отлично, убили врага. Второго врага сейчас тоже убьем, отлично. Видите, как мы делаем все очень-очень профессионально. Все потому что кто я? Да, я самый настоящий топчик. Так, пьем броню и уже идем с вами в лесочек. В темный лес, где никого нету. Как же много здесь крутого оружия. Так. Еще, ох ты, пистолетики. Пистолетики, на самом деле, мне не очень нравятся, потому что они стреляют как-то непонятно для меня. Так, револьвер. Домики, смотрите, поменяли все. Какие-то они очень странные стали. Кроватка тут у нас лежит. Дрова. Ух ты, это новое оружие, ребята. Хотя вроде было оно, вроде было, да, ружье это. Так, охотничье. О, я думаю, это мне понадобится. И вот у нас, ребята, избушка. Большая-большая избушка. Здесь у нас золотой сундук есть. Ага. Вау! Мы с вами нашли мифическое оружие красное. Оно наносит очень много урона, поэтому мы сразу ее берем. Так, прикольно. Жалко, мы не можем поджечь этот домик. Давайте тогда побегаем с огнеметом, раз это у нас новое оружие. И вместо АК я бы взял все-таки золотое. Во, отлично. Так, у нас уже зона пошла, сундучок, нет. Все, давайте быстрее, быстрее, быстрее. О, нет, я что-то не то взял. Все, вот так вот сделаем. А, отлично. Достанем пока мифическое оружие. И будем стрелять из снайперки, если что. Вау, Мишка, привет. Мишка у нас уже не живой. Офигеть, и мы всего лишь с вами проверили лесочек. Прикольно, прикольно. Надеюсь, что эта игрушка дальше будет обновляться. Потому что, видите, и шапочки, и чего здесь только не добавляют. Еще и спреи, по-моему, появились новые. Как только их сделать, я не очень помню. Так, по-моему, на букву Б, да? Да, Б, видите, у меня тут баскетбольный мяч появился из эмоций. Вот, и как-то еще можно спрей делать. А вот, видите, я сделал спрей. Прикольно. Можем расставлять их везде. Но они, по сути, не нужны, просто для развлечения. Так, вот у нас какой-то есть ангар. Но в ангаре никого нету. Или что это такое? Тут у нас печка. Что-то я никого не вижу. Я пока что еще вроде как никого не убил. Ну, убил двух человек всего лишь. Это совсем мало. Что ж такое-то? Куда все подевались от меня? Мне кажется, все спрятались в кустике, заныкались. И поджидают меня там. Так, так, так. Главное, очень аккуратно здесь ходить. И у нас нету брони еще полностью. Нам нужно добить броню, чтобы было все хорошо. Там кто-то есть в домике. Давайте зайдем сейчас сюда. И зажарим кого-нибудь. Вот, из огнемета, смотрите. Так, иди-ка сюда. Испугался меня. Испугался. Так, стоять. Ой, я нашел броню. Так, стоять, стоять, стоять. Опа, 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 опа. Ага. Ага, убили чувачка. Офигеть, какой он жесткий. Очень жесткий чувак, еще какой-то чувак. О, я его не заметил. Что он там делал? Он стоял у стенки просто и смотрел на меня. Офигеть. Но это было нечестно, это было не совсем честно. Мы заняли с вами 6-е место. Давайте попробуем еще раз. Играть стало сложно, играть стало очень-очень сложно. Где у нас, кстати, здесь дерево огромное? Что это такое? Какой-то колодец большой. Так, ну теперь мы вылетим с вами не на лесочек, а какое-нибудь другое место. Давайте вот в это место очень прикольное. Какой-то, смотрите, большой остров. Так, все, вылетаем, отлично, отлично, отлично. Со мной, видите, еще второй чувак какой-то полетел.
Третий чувак. Давайте здесь коробочку возьмем сразу. Так, отлично. Вот, у нас уже искар появился. Замечательно. Опа, стоять, чувак, стоять, чувак. Так, что-то у нас есть вообще. Ага, револьвер. Оп, оп, оп. Оп, отлично, убили чувачка. Нет, 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 не надо, не надо, не надо. Я хороший, я хороший, я хорошая змейка. Опа, убили. Быстрее аптечка нужна, быстрее, срочно, срочно нужна аптечка. У нас очень мало жизней. Ты что делаешь? Он кидается гранатами. Точнее, дымовыми гранатами. Вот дурачок. О, я нашел, смотрите, взрывную бочку. Давайте попробуем разрушить ее. Так. Она не взрывается? Она уже взорвалась. Она уже взорвалась, окей. Так, и тут у нас, смотрите, какие ракеты опасные. Давайте постреляем в них. Они вроде не взрываются, да? Ну окей. Нашел большой ящик с оружием. По-любому там должно быть оружие. Смотрите-ка. Да, здесь у нас дробовик был. Потихонечку, помаленечку мы с вами собираем оружие. И скоро будем готовы. О, нет, ребята, ко мне пришел какой-то чувак. У меня же жизни нет совсем. Так, тихо, тихо, тихо. Ах ты какой. Стоять, стоять. Нет, не убьешь меня. Во, все, убили чувачка. Как они плохо играют. А он ни разу в меня не попал. Мог взять узиху просто, он мне стрелял из пистолета. Так, давайте подберем его узиху. Поставим сюда. Отлично. И еще возьмем снайперку. Замечательно, у нас все идет неплохо. Единственное, я бы немножко подлечился. Где бы нам найти аптечку? Куча всего есть на самом деле вкусного. Так, зашли в домик. Тут у нас тоже ящик. Пока неплохо, ребята. Мы собрали с вами много оружия, уже полностью оделись. Осталось всего лишь найти аптечку. Ну, может быть, здесь она есть? Да, быстрее, 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 быстрее. Здесь у нас ничего нету из аптечки. Быстрее бежим в зону. О, нету, 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 нету. Она уже сильно бьет по нам. Давайте лечимся еще. Точнее, пьем броню. И у нас там кто-то есть. Гости к нам идут уже. Опасные, опасные гости. Гости, которые хотят меня скушать. Так, тут кто-то у нас кидается своими сюрикенами. Так, бьем, 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 чувачка, бьем, чувачка, бьем, чувачка, и убиваем его. Где он? Я его потерял. Он поплыл, что ли? А вон он. Так, стоять. О, нет, 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 не перезаряжайся, чувак. О, да, ребята, мы его убили. Офигеть. Быстрее лечимся, быстрее лечимся, быстрее поднимаем аптечку. Используем аптечку. Нас чуть не убили, осталось всего лишь 12 человек. Я хочу занять первое место. В прошлый раз мы встали с вами на 6-е место. Но мы же с вами топчики, мы должны занимать только первые места. Почему-то мне не везет сейчас. О, калашников, замечательно. Все, все, ребята, вы меня разозлили. Змейка злая, змейка очень злая. Мы сейчас будем с вами сражаться так, как никогда не сражались. Оп, как мы его выловили. Неплохо, оружие у него не очень-то хорошее, на самом деле, было. Что здесь у нас еще есть? У нас здесь есть водичка, можем попить ее. Так, и желтое оружие. Ага, сложно как попасть-то по нему. Опа, убили, убили чувачка. У него вроде как ничего хорошего нету. Так что мы пойдем дальше. У него есть РПГ, но РПГ я совсем не люблю. РПГ это не для меня оружие. Оп, привет, чувак. Пока, чувак. Вау, как мы так выжили, ребята. Осталось очень мало хп. Быстрее лечимся. Ой, я что-то не то сделал. Во, лечимся, лечимся, лечимся. 4 человека, неужели мы проиграем? Мне не хватает брони сейчас. Мы полностью потратили с вами броню. Вот, надо подлечиться. Может быть, в домике где-то еще завалялось что-нибудь хорошее. Но здесь ничего нету. Так, опа. Сейчас убьем чувачка еще вот этого. Замечательно. 3 человека, ребята, 3 человека. Все, взяли себя в руки. Не нервничаем. Все хорошо у нас. 75 хп. Я думаю, что нам этого определенно хватит. Вон этот чувак какой-то. Сейчас мы его выстрелим, попробуем. Так, опа, еще раз попали. О, еще какой-то чувак. Осторожно, нет, о, 1 хп, ребята. Бежим отсюда, просто бежим отсюда. Боже, как это опасно. Быстрее, нам нужно лечиться. Так, раз, два, лечимся. И осторожненько нужно. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Фух, очень мало хп, ребята. Опа, и меня убивают. Ну как же это так, как же это так, ребята. Мы не смогли с вами занять первое место. Меня все убивают, блин. Это очень сложно сделать. Встать на первое место теперь. Тем более, что я эту карту совсем не знаю. Совсем стал нубиком. Поставь мне сейчас лайк на удачу, и мы обязательно с тобой возьмем первое место в следующий раз. Подписывайся на мой канал, и всем удачи. Всем пока, ребята.